Творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. С вами я, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин. Немножко таких сценариев. Татьяна Салмановна еще пишет сценарии для фильмов, сценарист. Агент 007, Бабшука Марпл ведет расследование, Кошки говорящие, Дом волшебный и и другие. Так что вот, сейчас у меня такое за ланч тайм, видео я сейчас загружаю. Немножко сценариев, так что вот. 30 тысяч рублей мне за электричество нужно платить, 15. За электричество, короче, которое включили еще ремонт дома, 15 нет. А 15, вот да, там увеличилось на 15 тысяч. В связи с VIP-ремонтом в нашем доме. Вот. Ну, немножко сценариев, так что сейчас кушаю, сейчас вам все запокажу. Сейчас вам все запокажу. Ох, эти конфетки, лимончики. Ох, эти лимончики, неугомончики. Лимончики-неугомончики. Так что вот фруктики, ох, да. Ох, эти дезодоранты, фруктики. Видео загружается, сейчас Татьяна Салмановна вам скажет. Так что вот. Сценарий. Татьяна Салмановна такой сценарист. Она как вспомнит об этом электричестве. Сейчас Татьяна Салмановна скажет. Ах, ну да, еще, знаете, у меня такой сценарий есть, еще «Нюхач». Это сценарий, фильм «Нюхач». На основе к реальным событиям это как-то вот это. Ну, типа «Нюхач-Нюхач». Я фильм такой смотрела, вам загружу пару серий. Такой «Нюхач». Знаете, вот по запаху мог определить. Вот по запаху вот мог определить, что это. Что это вообще, любое вещество, вообще такое супер-супер. Так что вот. Я тоже что-нибудь такое хочу, типа «Кашпировский». С этим, еще имейте в виду, некоторые видео снимаю, как 600 секунд. Александр Невзоров отдыхает. Это 600 секунд, это быстро. Надо все новости быстро сказать, так быстренько. 600 секунд, Татьяна Салмановна и Мактум Сайфудин. Только нам как-то не 600 секунд, а что-то там, минуты 28 минут позитива. Ну, как-то вот так. Потому что улыбаться как-то вчера не очень получилось. Я тренируюсь, еще актерское мастерство тренирую. Так что по сценариям, что у нас по сценариям идет? Ах, да, этот Мессинг, Вольф Мессинг, ох, ну да, Вольф Мессинг, который мог вообще вот это вот, видящий сквозь время, он видел вообще вот это, видящий сквозь время, так что вот. Я же вам говорила, когда он зашел, эти КГБшники же хотели, чтобы он обучал вот тем знаниям, которым он владеет, чтобы он обучил спецслужбы, там спец этих подразделения, чтобы он во время войны обучил. Так что вот, группа такая специальная, ФСБшная, там или как-то, ну вы поняли, да, вот это КГБ, разведчиков, чтобы он обучил знаниям. Так что вот, а когда он вошел к ним в комнату, в этот учебный класс, посмотрел на них, на всех, и вышел, и пошел к начальнику, я вам загружала этот фильм. Так что вот. И сказал, что он, в принципе, как бы не против, он бы хотел их учить, но он не может их учить. Он не может находиться в этом кабинете, потому что он видел, что они все погибнут, и очень скоро. И по этим причинам он не может их учить. Вот стоять их учить, когда он видел, что они все погибнут, он так и сказал. Кстати, это та печаль, которая вот проходила сквозь всю его жизнь. В основном он какие-то такие вот эти события видел. Вы поняли, да? Это в фильме очень хорошо показано. Что пройдя там, Татьяна Салмановна буквально за считанные секунды поняла, что это главарь этих афганских террористов или каких-то главарь, очень опасный. Так что вот, за доли секунды я поняла. Так что вот. Но к делу это не относится. И насколько он опасен. Так что этот хуяк будет очень долго слушать этот маяк. Если не успеете его полюбить за доли секунды.
обезвредить его можно. Так, посмотрев, и как-то вот так вот, знаете, вот это вот. Его можно только сразу полюбить, чтобы он прошел мимо. Ну, с тем взломаем свои фишки. Так его сразу, вот так вот, вот это вот, он сразу падает в обморок от любви. И все, и обезвреживает. Падает в обморок от любви. Куда его девать, непонятно. Сам главное там пройти, понимаете, пройти вот этого. Не, а потом они очень долго будут пожарника, пожарную. Почему пожарную машину-то вот эту гонят? Она с такой лестницей. Они потом еще будут очень долго подгореть эти пожарные машины, вот эти лестницы, понимаете, к этому балкону. Вот это вот. И все объяснять, что там что-то вот надо, кого-то спасти. Эти террористы, понимаете, особо опасные преступники, они еще будут долго пожарникам объяснять. Что там они кого-то хотят спасти. Я вообще удивляюсь, понимаете. Это же за бабло, наверное, вот это. За бабло. Так что вот, я бы хотела еще так это как-то еще матом выругаться вот это. Ну, в общем, как сценарий. Ну, как без сценария пойдет, правда? Шикарно, шикарно вообще. Сцена там какая-то, куда-то вставлю я вот это вот. Я так что хотела сказать? Он так сам понял, что кашу он мало ел, правда? Тут кашу мало ел вот эту. Я бы сказала, но YouTube у меня не совсем потянет, будет вот крутить вот эту штуку и проверять они, вот это вот кто сказал. Юморит, кто это юморит? Понимаете? Петросян это юморит или кто это юморит? Вообще, они сначала сами там напустят вот этих вот, каких-то вот напустят, а потом долго кого-то ловить будут, вы поняли, да? Еще и говорит, что там что-то там вот такое. Вообще, какое вообще такое дело вообще? Вам лучше не знать. А то они там на такое напридумывают, знаете, там вот спасать кого-то надо, пожар, вот это, там лестница, вот это, а сами на эту картину, дайте им картину из Эрмитажа. Так что вот. Да? Я думаю, а что там эта железная дверь не хлопает? А они ее не закрывают. Она, когда не хлопает, они ее не закрывают. Они только тихонько прикрывают вот это вот. И тихонько так вот это.
эти полы, они же, наверное, поняли, я полы-то намыла, они поняли, кто тут там вообще, вот этот генералиссимус и так далее. Что вот? Этот хуяк, что они будут слушать очень долго моя. А они что хотели? Чтобы я этот хуяк слушала с этими с ногами? Я так уже с июля месяца ноги лечу. Они хотели, чтобы я вместо них вот этот хуяк на моих ногах, вместо их вот этот маяк слушала, что ли? Пусть сами слушают этот хуяк. Они думали, что кто? Они думали, что позитивчик начался вот этого. Ну, немножко я пошутила этот со шваброй. Ну, он не хочет, что мне вот это, ну да, уборкой занимаюсь. Ну просто, Дима, вот вы сказали, что нужно в прямом эфире как-то развлечь народ, развлечь, что им такое сказать, я уж не знаю, я уже и позитивом, я уже и книжечки позитивные, я уже и так, я уже и супер позитивом, я уже как-то вот это. Думаю, ну ладно, немножко чего-нибудь такого, там, мессинг, кошки волшебные, немножко чего-нибудь, наверное, это как-то вот это вот пойдет. Как вы там говорили, это ТикТок, эти, как там называются, эти стримы. Дима, какие стримы? Смотрите, я вот какое-то видео, сейчас это видео тоже там, это, сейчас загружу, почти прямой эфир. Опубликовала мою карточку, Деньков-Тиньков, никто ничего, даже ни копейки не перевел на мою карточку. Кстати, за устроить Нордост в магазине, так что вот, это будет стоить всего состояния вот этого. Потом смотрит, а вообще хуяк, никаких денег нету. Были деньги и нету. А за хуяк устроить в магазине Нордост. Хотели, хотели. И все. Это моральная компенсация была. Ну да. Если денег не обнаружили. Они не больше, не меньше. Они хотели вот так вот войти вот это вот туда и сказать, что все, короче, все сидели там вот это вот. Прыгаться по ушам, вот эту фигню какую-то прогнать. Что, штрафбати будут? Ну да, если не на Колыме, так в штрафбате. А как они хотели, да? Пусть он дорогу строит в Сибири. Дороги, дороги. В России много нужно дорог, он пусть строит там дороги в Сибири. Супер-супер, так что-то, супер, все плохое, там вот это. Ну что, понимаете, ну я не знаю. Может быть, такое видео просмотрит, скажет, о, нам так понравится сценарий, о, понимаете, вот этого. Да, мы вам там деньги перечислим. Я же смотрела, Дима. Все, что мы им там показали, это люди, которые играют в какие-то игры по этому интернету. И им присылают вот эти деньги на эти счета. А я в игры не играю. Я придумываю сценарий. Так что вот, бандитский Петербург, Бабшука Маркл ведет расследование, кошки говорящие, дом волшебный. Что там значит еще? Ну вот это вот всякие, я вам уже сказала.
так с июля ноги. Я в прошлом году, в августе месяце, коронавирус перенесла. Так что вот. И вот у меня с июля вот так болят ноги. Так что вот. Сейчас лучше стало. Лучше я массажем занимаюсь. Знаете, акупунктура помогает. Я каждый день делаю массаж ступни по 2 часа в день. 2 часа я трачу на массаж. Точки акупунктурные. Так что вот, народная медицина. Так что вы, Дима, мне все присылаете, вот этот вот, так, какой-то рэп такой, рэп, я не знаю, да, это какой-то рэп с каким-то матом, с чем-то там, вот это. Это, в общем, ответ вашим рэперам, короче, вот этим каким-то рэперам, они нам что-то как-то жить, как-то вот это, чего-то вот это. Ну и я решила, может быть, им понравится что-нибудь какое-то вот это, какая-то фигня вот эта. Фигня. А то там начнешь вот это говорить, читать, ох, вы знаете, нежные прикосновения, прикасаться надо с любовью. К любимому нужно прикасаться с любовью, там еще что-то. Вот эти вот, которые говорят на этих суперматах, вот это вот, у которых вот этот язык матный, они даже не воспринимают, это другая частота у них передачи, другая частота, это радиопередача совершенно другая. Когда им что-то вот такое говоришь, прикосновение с любовью, они же это вообще не воспринимают. А они только, знаете, вот это вот начинают слушать, когда там пару раз ругнешься матом, тогда они включаются. А так они вот это, они вообще мимо ушей это пропускают, и они думают, что как бы, что это за хуйня была. Так что вот. Я же вам показывала несколько раз такие видео, поэтому, знаете, чтобы научить позитиву, надо их включить, чтобы они слушали. А как они даже вот начинаешь, это что такое, вот эта книжка, там, знаете, как я другую книжку читаю, у них это вообще не воспринимается. На их мозг это вообще не воспринимается, это идет вообще мимо, вообще бесполезно. Так что вот, ну что? Я уже покушала, ну не знаю, в общем, эти сценарии, а как? А, еще вот эта тетя с мопсами, Пелевин, который с этой книжкой отдыхает в целлофане, иронический детектив, ах, немножко иронии. Да все было бы ничего, я бы не стала бы это вообще ничего говорить, если бы не было сигнала из космоса и так далее, понимаете, он там что там, это типа моя сестра или что-то в этом роде, в общем, какая-то фигня такая, я думаю, да это спаси и сохрани. Поэтому я решила сказать, так что вот, так что не надо там вот елозить бабушку была, вот, такую фигню там говорить или думать. Так что вот, ну ладно. В общем, я покушала. Ах, такая просто оргазмическая. Просто такая супер оргазмическая. Ах, эти лимончики. Неугомончики.